Мечты сбываются, у нас есть свой ковер. Поверить сами мы не можем до сих пор. На нем тренироваться просто класс. Верьте в нас, мы станем чемпионами. Верьте в нас. У этих ребят сегодня большой праздник. Сбылась мечта юных спортсменов. Благодаря проекту «Самбо в школу» ученики 35-й школы Улан-Удэ получили свой зал для занятий. В общем, по всей Бурятии 16 школ будут оснащены необходимым инвентарем. Такой подарок преподнесла Всероссийская федерация самбо. Все школы будут оформлены вот в таком формате, такими же коврами. И кто вошел в наш проект, вы будете все друг друга знать. Мы сейчас готовим большой портал, чтобы вы общались между собой, чтобы вы могли соревноваться между классами, между школами. И, конечно, этот проект невозможен был бы, если бы руководство вашей республики не пошло бы нам навстречу, не пошло бы и не поддержало этот проект. Проект «Самбо в школу» запущен в 35 регионах России. Сегодня в Бурятии этим видом спорта занимаются 1500 человек, включая и детей, и взрослых. Причем это число ежегодно растет. Бурятия воспитала 7 чемпионов мира и десятки призеров чемпионатов разного уровня. Мы очень спортивная республика. У нас многие виды спорта очень развиты. Но сегодня мы говорим про самбо. Самбо – вид спорта, который вызывает силу, вызывает дух, вызывает крепость и тела, и духа. И мы в этом виде спорта лучше. Я имею в виду и России, и Бурятии. Популяризация одного из любимых видов спорта президента России поможет юным спортсменам добиваться еще больших успехов. Ведь самбо – это не только спорт, это дисциплина, морально-волевые качества и сила. Виктория Алзоева, Евгений Жамцуев, телекомпания АТВ.